друзья, привет! Очередной выпуск из серии подкасты «За рулем». Задают мне такой вопрос: Михаил Юрьевич, мы тут полазили по разным форумам, читаем вас в разных сообществах. Ну, в ваших сообществах проблем нет. А вот, значит, почитали различные форумы там, и вот там-то на некоторых форумах-то прямо вот вас обсуждают и критикуют так нелицеприятно прямо. Как это, а как вы на это реагируете? Я скажу, ребята, я на это никак не реагирую. Я больше того скажу, я на этих форумах очень часто пишу. Пишу и пишу много. И я вижу, что в ответах там очень часто бывают какие-то критические высказывания, замечания, которые даже близко не пахнут конструктивизмом. То есть, когда не идет обсуждение непосредственно темы как таковой, а идет переход на личность. То есть начинают обсуждать уже пишущих, а не то, что написано. Вот. И тогда как я поступаю? Вот. Честно говоря, хочу сказать большое спасибо человеческое всем вот этим вот говнометателям, которые пытаются обосрать все, что можно. Почему? Они меня научили быть немножко другим. Помню раньше, когда я был немножко помоложе, 10 лет назад, и раньше, я пытался что-то начинать доказывать всем. Кричать, бить пяткой себя в грудь, утверждать что-то, спорить, и все это проходило мимо, то есть по одной простой причине. Все это вызывало лишь ту реакцию, что в итоге, учитывая силу моих аргументов или что-то еще, то, что я меня было трудно подмять под себя, меня было проще его забанить или задавить другим каким-то способом. Дело в том, что на каждом форуме находится какое-то количество, какое-то ядро вот таких вот людей, которые друг друга поддерживают. Они такие пассивные гомики часто бывают, они друг друга хвалят, друг другу это сам лижут, и в какой-то момент, когда появляется кто-то, кто не готов к этому присоединиться, там, они же друг друга хвалят за всякую буквально чухню. Вот, какие они молодцы там и чего, и они объединяются в кучку для того, чтобы кого-то засрать тоже. Если человек не хочет присоединяться вот к ихнему такому-то конклаву, собственно говоря. И вот, а так как среди них часто еще и затешится какой-то модератор, так как он, конечно, понимает, что вот это вот его ядро, и он их поддерживает, потому что они и создают, и как бы создают погоду на форуме, если, конечно, не умный модератор, безусловно. Он считает, что вот те, кто тусовку создает на форуме, главную такую вот, неважно, какого она качества, то это, как, это замечательно, их надо беречь. Если появляется человек, который пишет хороший контент, но пускай оно идет в разрез с этой тусовкой, этот человек не нужен. То есть человек модераторы не смотрят на контент, они смотрят цифры посещаемости форума очень часто. Для того не понимаю, что в отдаленной перспективе именно контент и привлечет людей на форум. То есть, и в итоге у нас очень часто популярными форумами становятся такие, которых почитать-то нечего вообще. То есть там все идет ни о чем. Вот разговоры тупые, полная чухня. То есть на них зайдешь и выйдешь, и видно, что там люди потихонечку уходят, и вот остается вот эти вот несколько там десяток человек, и все. Я просто выработал сам стратегию для того, чтобы меня не забанили, ничего, писать в одной-двух ветках сообщества, которые можно создавать, предположим, в рамках своей тематической там ветки. То есть, например, личный дневник там или что-то еще. И я пишу для тех, кто читает, а не для тех, кто там отвечает. И чтобы не видеть этих вот всех товарищей, я просто в игнор их ставлю и все. И чтобы не появлялось от них какое-то сообщение, я просто не вижу и не реагирую. В итоге им становится скучно со временем. Они просто унывают слегка и отваливают. А
мне все равно, если там от них отзывы или нет, потому что главное это донести идею, с какой я ведь идеей на форум-то выхожу. Ну, во-первых, встретить человека какого-нибудь, с которым можно пообщаться, но это редко бывает, но мне, честно говоря, в жизни хватает таких людей. А второе, это самое важное, это донести до большей массы людей свои идеи. Так вот, если посмотреть аналитику прочтения каких-то веток, ну, с моих веток, то можно видеть, что прочтение материалов очень высокое. А значит, я делаю вывод, что ну и что, что не, ну, отвечает народ. Народ-то постоянно заходит, он следит за новыми выходами постов, за новыми обсуждениями, за новыми материалами, которые я выкладываю на ветках на этих. И количество посещаемости растет. Ну то все. Поэтому на самом деле миссия-то выполняется. А это самое главное. На этих обращайте внимание, товарищи, которые критикуют. А судьи кто? Что на них реагировать? Вот я, конечно, жалко, поздно до этого допер. Амбициозный тоже, да, там все это кипит и, как говорится, в чайнике свистит пар. Вот. А сейчас стало намного проще. Намного проще. Вот и я рекомендую вам тоже такую политику это вести, если вы на форумах общаетесь. Ребят, если у вас есть что-то полезное сообщить, и вы чувствуете, что на вас идут какие-то нападки, игнорьте эти все нападки просто мимо. Стоит вам скатиться только в обсуждение и в дебаты, и все, вся аргументация скатится на нет, потому что те люди, которые были готовы бы вас сам читать, будут вынуждены читать ваши споры, зачастую недалекими людьми, а как понятно, что известна истина, что если спорить с дураком, то со стороны люди не поймут между вами разницы просто. Они не поймут. Все. Поэтому не спорьте, а проходите мимо. Просто мимо. А некоторые думают, ну как же, за этим человеком окажется последнее слово. Он же тогда вот как бы завершил, поставил точку, а меня сочтут там типа малодушным и все. Да не сочтут, понимаете, ребят. Сочтут малодушными кто? Ну, малева какая-нибудь, там, недомерки, малолетки, кто-то еще. Может быть и сочтут. Но те люди, которые читают, а это именно ваш контингент, те, кто вдумчиво читает, кто приходит за тем, чтобы получать информацию, а не следить за Домом-2, вот они составляют то ядро, которое нужно уже вам. Ну все, они будут вас сам читать. И я вас уверяю, что со временем даже все вот эти залупастые товарищи, они будут обязательно приходить и читать информацию. Просто поймут, что на них не реагируют и писать не будут. Но прочитывать они все будут. И даже со временем начнут оттуда брать информацию. А у меня были случаи даже такие, что те, кто на протяжении чуть ли не целых лет сам занимался тем, что какую-то фигню это самое и писали, потом мне написали и говорят, Михаил Юрьевич, извините, мы больше не будем про вас ничего писать, были неправы, просто со временем переоценили ситуацию, и вот теперь, ну, типа не друзья, но больше писать ничего плохого не будем, с удовольствием сам читаем вас, извините, понимаете? Вот так вот. А стоило бы полезть бы вот эти вот перипетии, выяснения отношений, и можно было бы загнать ситуацию в такой тупик, откуда никто не мог бы выйти, не потеряв лица. То есть люди часто так поступают. Стоит одному сказать, что другой козел, а второму там ответить на это, что тот тоже козел. И они для того, чтобы уже не посчитали со стороны, что кто-то из них с этим сам согласился, готовы перейти в вечный спор, выясняя, кто козел, а кто баран. И суть вопроса, из-за которого все это вообще возникло, эта перепалка, он уже становится вообще не ясен. И люди, которые читали ветку там интересную, и на эту ветку сам зашли, потому что на ней интересная тема была, и понравилось, именно название понравилось этой темы, они приходят, смотрят последние топики, а они вообще не о том, ни о чем. Вот это еще одна причина, почему я люблю даже, когда остаются часто мои посты, которые в принципе не нуждаются в комментариях, а это, как правило, статьи, имеющие законченный смысл. Потому что эти комментарии, которые там
да, типа, это класс, или не, это там типа фигня, или да, я тоже так думаю, я разделяю, понимаете, это вот одобрение с одной стороны как бы хорошо, да, но с другой стороны это не в блоге комментарии внизу, это форум, где каждое непоследующее сообщение оттесняет предыдущее вверх. И то есть получается так, что сделав десяток одобрений, можно зафлудить само сообщение, которое было. Поэтому если полезные и ценные сообщения остаются вообще без комментариев, и не парьтесь по этому поводу, это очень даже хорошо. Это очень даже хорошо. Хорошо, когда люди могут оставлять там одобрения другими это способами. Но это не важно, и это тоже не важно, потому что это на женских форумах любят ставить лайки, там одобрения и все такое прочее. Мужики, если им что-то понравилось, они ничего не поставят. Как оценивают они там стрипню жены? Там поел, если ничего не сказал или сказал, ну как тебе было, нормально? Типа, нормально. Нормально, значит, супер, потому что если бы было ненормально, то сказал бы, что было плохо или сделал бы замечание. А нормально, это значит уже хорошо. Мужики вот так устроены. То есть, если нету критики, значит, все хорошо. Вот. Ну и опять же, критика критики розыгрыша. Если она конструктивная, тогда да. Если она не конструктивная, да и больно на нее наплевать. Так, попали мы в какую-то непонятную ситуацию. Какую-то ситуацию. Так, похоже, там проехать нельзя. Так, извините, все-таки подкасты за рулем. Поэтому приходится вот так отвлекаться на дорожные движения. А, кстати, про споры на форумах. Опять же, спор интересен далеко не всегда. Извините, что вот руль закрывает. Ну, это же, опять же, говорю, за рулем, я же за рулем. Спор интересен далеко не всегда. Смотрите, если вы решили в процессе спора поменять точку зрения человека, то сделать это в рамках форума вам не представится возможным никак. Потому что, зная, что на форуме за этим человеком, который уже пришел спорить с вами с определенной позиции, наблюдает кто-то, он не захочет же потерять, опять же, лицо. И поэтому при всех условиях он не согласится с вами зачастую. Редко кто может действительно признать во время спора, сказать, да, я был неправ, я считаю, что вы мне доказали. Вы где-нибудь видели такое, что кто-то написал, да, ты мне доказал. Все это спасибо, я теперь переменил свою точку зрения. Да никогда. Либо будет наведена тема в какую-то другую сторону, либо скатится опять же в обсуждении личности. Все. И это будет ни о чем вообще. Поэтому спорить с человеком, который имеет утвердившуюся позицию, и он пришел вас переубеждать, а вы пришли переубеждать его, в рамках форума это невозможно в принципе вообще. Абсолютно. Поэтому вскатываться, опять же, в эти дебаты не имеет смысла. У вас просто диалог превратится в дуолог. То есть это когда два монолога. Каждый говорит о своем и не хочет никак прислушаться к точке зрения другого человека. А если он и видит в нем разумное зерно, то чтобы не потерять свое лицо, он извратит свои мысли, что он имел другое в виду там, и все такое прочее. В общем, короче говоря, это бесполезно. Такой дуолог может быть полезен для стороннего наблюдателя, но только при одном условии, при одном единственном. Если спорят два умных человека и спорят, в принципе, конструктивно, то есть каждый имеет свою точку зрения, не хочет уступать ни в чем, и в итоге они не уступят и не найдут компромисс, но люди, наблюдающие со стороны и наблюдая за аргументацией, за приведением новых доводов, каких-то фактов, которые действительно точные, четкие, логичные, вот, может сложить свое мнение. И вот тогда спор, он полезен, в нем действительно будет рождаться истина. Но она рождается не для тех, кто спорит, не между ними, а для того, кто за этим спором наблюдает со стороны и в нем не участвует ни на чьей стороне, а хочет сложить свое непредвзятое мнение. Вот для этих людей спор полезен. Вот. Но учитывая тот факт, что в споре на форуме эта ситуация не мониторится и не контролируется никаким образом, то я считаю, что на это размениваться вообще не стоит. Жалко времени на это тратить. Тем более, что я говорю, что постоянно будет уводиться тема над оппонентом вашим в какое-то другое русло. А отзывов от третьей своей стороны, которая соглашается либо не соглашается, вы не увидите и не
услышите. Поэтому это невыгодно. Вот поэтому часто мне, конечно, еще говорят, а как же, ведь все-таки форум. Форум подразумевает общение живое. Согласен. Я его и сохраняю. Но только для меня оно теперь превратилось в несколько другую тему. То есть у нас нету настолько высококачественных форумов, где можно было бы обсуждать серьезные проблемы на уровне, ну, чуть ли не научной, если компетенции с кем-то. То есть у нас либо форумы бытовые, где люди потрындеть могут о чем-то, или кому-то кости поперемывать. То есть собраться вокруг это кого-то и кого-то критиковать, высмеивать, обсирать. Вот это одна из тем. Другая – это, опять же, кухонные философствования за бутылкой и еще какая-то фигня. И, ну, другая – это муйня, я даже не буду говорить об этом совершенно, потому что это, в общем-то, не важно. Но обсуждение проблематики серьезной какой-то темы все время скатывается в ерунду. Если даже первые 2-3 поста нормальные, потом начинается полная чухня. Особенно, говорю, когда человек приходит с новеньким и смотрит последние сообщения на ветке. И он просто даже не вкуривает вообще, какое имеют отношение эти ветки, про то, как кто-то куда-то сходил, чего-то, где-то, как какие-то фамилии, имена возникают, что Петя там был неправ. Ветки, предположим, там, которые не имеют к этому отношения вообще, и неизвестно, что это за Петя, это все перечитать невозможно, особенно когда там сообщений до нескольких тысяч надо доходит. Ну, вот. Получается глупо. И вот такая, и поэтому я для себя выбрал именно ведение моноветки, где, ну, если я, как сказать, определяю сам ход движения дебатов, я не даю развиться теме куда-то мимо. Нет, ну, конечно, я понимаю, что если я в игнор поставил своих оппонентов каких-то, которые там что-то критикуют, и я просто не вижу их, я могу уподобиться тому ребенку, который хочет сделать всем темно, закрыв свои глаза собственные. Типа, я не вижу их, да, и их никто не видит. Да нет, я знаю, конечно, что их видят многие. Я же не модератор, я не заблокировал их сообщения. Вопрос в том, что это позволяет не отвлекаться мне от моей поставленной задачи. И со временем, я говорю, видя, что отзыва и отклика с моей стороны на вот это третирование, выпады, на это хейтерство нету, им становится грустно. Они с друг дружкой попереписываются, покритикуют что-то там, попукают там между собой. Человек, который со стороны зашел, видит, что человек, который пишет, в тему не втягивается вот в эти споры, а пишет свое, четко, все по делу. Все. И он начинает тоже сепарировать. Он даже бывает такое, что ставит тоже в игнор, чтобы не видеть сообщений. Или подписывается исключительно на сообщения, а не на тему, а на сообщения того человека, который ему интересен. Если форум это позволяет. А остальное он просто не видит. Потому что знает, что остальное там будет ерунда. Вот и все. Поэтому мой вам совет. Имеете что написать на форуме, а не просто приходите туда, чтобы провести время, чтобы убить время. А вы помните, что время не умирает, умирают люди. Поэтому убивать время не стоит. Его нужно правильно тратить. Вот. И вот если вы приходите не просто попусту потратить свое время на форуме, а что-то написать, то обязательно пользуйтесь теми правилами, которые я вам сообщил. Не вступайте в споры, не вступайте в обсуждение вашей критики, если вас обсуждают. А если вы решили ответить на вопросы, отвечайте конструктивно, безэмоционально, не пытаясь как-то поддеть, замаскировать своим остроумием или чем-то издевку в ответ. Все это совершенно бесполезно и неконструктивно. Только по существу, если вы не развлекаться пришли. Вот. Если вас интересует информация, то задавайте четко вопросы и желательно адресуйте их тем людям, которые вас на форуме заинтересовали, а не всем подряд, потому что вам экспертов таких вот так ответит целая куча, которые спрашивают, да, вопрос. А скажите, пожалуйста, уважаемые форумчане, как мне вылечить бурсит локтевого сустава? И вот пишет кто-то там, например, там, слушай, я что-то про чистотел слышал, почитай в интернете. Другой пишет, а моя бабушка вот делала вот это. Третий пишет, знаешь, у меня
был, тоже локоть болел, не знаю, бурсит ли был или нет, но, короче, там зашептали, или нет, или я там диклофенак уколол, там, и все, эти советы ни о чем. Потому что в них не видно никакой ни прагматики, ни какого-то методичного подхода. Ты знаешь, у меня болел живот. Слушай, я просрался в прошлый раз, когда живот болел, и все прошло, другой пишет. А ты угольку прими интактивировано. А че, а может у человека язва? Че ему принимать уголь активированный? Понимаете? То есть ни о чем вообще. Поэтому вы просто выберите человека, который может реально, конструктивно отвечать как эксперт. Вы его найдете на каждой ветке форума, как правило, такой найдется. И задавайте вопросы непосредственно ему. Найдете такого человека, подпишитесь потом на его сообщество в социальных сетях или как-то еще в личке напишите ему, если он не захочет вам там ответить. Либо попросит вас непосредственно дать ему вопрос на форуме, чтобы ответить всем. Я вот, например, не очень люблю, когда мне в личку задают конкретные вопросы, чтобы получить конкретный тут ответ. У меня нет времени, чтобы ответить на все вопросы всем, потому что мне в день приходит до нескольких десятков писем и несколько десятков вопросов в социальных сетях по поводу Михаил Юрьевич, как лечить у меня там грыжу шморля, и присылать мне просто не такие с описаниями и заключениями рентгенолога, томографии там, и все так далее. У меня даже читать времени это все дело нету. Не каждый считает, что он вот уникальный, и надо ему обязательно, я почему-то должен как-то ответить. Нет, я, конечно, пытаюсь помогать всем, кому могу, но я вам скажу так, уникальных людей нету вообще, в принципе. Все люди одинаковые. У них две руки, две ноги и одинаковые болячки. Может, они проявляются немножко по-разному, имеют чуть-чуть разную локацию, но абсолютно все общие рекомендации, в рамках форума и по интернету можно дать только общие за рекомендации, они одни и те же. Поэтому вычленяя такие вопросы, я отвечаю как бы одному человеку, но он этот ответ для всех сразу. И вот тогда это работает. Поэтому не обижайтесь, если вы мне задаете какие-то личные вопросы, а я потом вам не отвечаю лично, например, хотя часто пытаюсь ответить. А я просто, как правило, записываю какой-то подкаст, статью какую-то и выкладываю у себя на ресурсах. Потому что если один человек задал такой вопрос, то она будет интересовать, то ответ на него будет интересовать сотни других. Вот и все. Опять же, этому служит хорошо форум. Один задал вопрос какой-то конкретный, другой ответил, а воспользовались все. Поэтому вопросы на форуме задавайте, на форумах задавайте. Я форум читаю. Единственное только, я, конечно, не читаю эти вопросы от тех людей, которые попали в игнор. Если они потом даже начинают задавать вопросы дельные, мне уже наплевать. Понимаете, человек себя в моих глазах запятнал, как бы невежливый, некультурный, не умеющий вести диалог. Значит, все, до свидос. Вот. Все просто. Вот и все. И для себя я выбрал такую форму общения, чтобы это действительно сохранялся форум. Я выбрал форму ответа на вопросы. Вот это вот вытекает, вернее, это является продолжением или предтечей, наоборот, того, о чем я только что до этого говорил. То есть диалог сохраняется. Задается вопрос, я на вопрос даю ответ. Если кто-то хочет поспорить я не буду ни с кем. Если хочет задать уточняющий вопрос, ему что-то непонятно, я на такой вопрос отвечаю дальше. Понимаете, ребят, я не развлекаться прихожу на форумы. Моя миссия в другом. Я вообще этой деятельностью, вот форумской, в социальных сетях и сайтами занимаюсь с достаточно высокой целью. У меня есть высокая миссия. Я считаю, что изменяясь и саморазвиваясь лично, можно изменить и мир к лучшему. А человек не может изменяться в лучшую сторону и саморазвиваться, если он не использует современные методы, которые методы, знания и так далее. Это что касается боевых искусств для собственного саморазвития. Если он не здоров, а мои многие курсы и методики направлены на то, чтобы человек был здоров, чтобы он профилактировал свои заболевания и был абсолютно молод, весел, бодр и ловок,
до самой глубокой старости. Даже чтобы старость качественная была. Вот это моя миссия. Может кто-то скажет, что это высокопарно, а я считаю, что нет. Не скрывать не буду, что я веду и коммерческую деятельность, и, конечно, многие мои статьи являются только лишь анонсами или сокращенной формой, раскрывающей проблематику какого-то метода, который я в рамках форума все равно не раскрою, и в рамках статьи на своем блоге или сайте не раскрою тоже. То есть, понимаете, это как лайт-версия. Но она приведет к моему полноценному, предположим, курсу или полноценной методике. Если человек заинтересовался, то он сможет ее уже получить на основе платной. Тем более, что все по реальным, как говорится, ценам делается, по реальным деньгам. Но, ребят, это мой хлеб, я на этом зарабатываю. То есть быть альтруистом за бесплатно тоже не получается. Потому что это основной вид деятельности моей. Это самое главное, то, чем я занимаюсь. Это спортивная медицина, профилактика спортивного и бытового травматизма, реабилитация после травм на базе современных научных знаний, на уровне знаний, вернее, используя знания анатомии и физиологии, спортивной медицины и прочих наук о человеке. И, конечно, я трачу на изучение, на внедрение методик своих массу времени, на создание курсов тоже. Вы свою работу за платно делаете, я свою за платно делаю. Но моя работа еще имеет и миссию высокую, чем, кстати, далеко не каждый похвастаться может. Не думаю, что у абсолютного большинства людей, которые работают за деньги, их работа еще имеет и высокую миссию. А у меня такое есть. Так что вот, ребята, не буду я ни с кем спорить. Все, что я говорю, имхо, кто-то принимает, кто-то не принимает. Не более того, потому что все в нашей жизни имхо. Кто бы что ни написал, это единственное личное мнение того человека, который это мнение изложил. Пусть он опирается на факты, пусть он аргументирует это, но это его личное мнение. Используя другие факты и другие аргументы, другой человек может попытаться доказать обратное. Ну все, всем удачи. Свое мнение к работе на форумах я высказал, отношения, методы, подходы. Я думаю, что по этому поводу больше вопросы мне задавать не будут те, кто посмотрит это видео. До свидания. Так, вот. Объехал. Пока.